Ставок на победу именно в этом конкурсе руководитель студии современного танца «Навигатор» Игорь Прохорович не делал. Чемпионат Беларуси был престижным, а участие в нем танцоров из Пинска – дебютным. Его провели в Бресте. Заявки на победу подали десятки танцевальных коллективов и со всей страны. Фишки в выступлении «Навигатора» были продуманы до мелочей, акценты на высокий технический уровень и необычные костюмы. Номер со сцены смотрелся гармонично, а потому не остался без внимания судейской коллегии. Первое место принес юным танцорам успешный танец. Таким образом, новогодние каникулы танцоры студии танца «Навигатор» провели на сцене, завоевывая победы. Не сбавляют оборотов ребята и сегодня. Даже в праздники они готовятся покорять новые вершины.